приветствую вас на своем канале. Сейчас мы делаем вкусную, полезную настойку боярышника на домашнем дистилляте 50 градусов, который выставил в дубовой бочке 2 месяца. Все делается очень просто. Нам еще добавится мед и корица. В банку высыпаем боярышник. Это не сушеный, это свежий, очень вкусный, сладкий боярышник. Добавляем сюда мед. Так, примерно 3 столовых ложки. Палочку корицы. И заливаем дистиллятом. Вот такие простейшие настойки, без множества разных специй. Они очень простые, но они нравятся практически всем. Здесь нет таких разнообразных вкусов. Здесь в основном присутствует только вкус самих ягод. И это вкусно и полезно. Закрываем. Хорошо встряхиваем. Я даже возьму и банку закатаю. Потому что эти крышечки слабые. Все равно это надолго. Сегодня у нас на повестке дня бояра. Настоящая настойка боярышника. Вот такая красота. Стояла она, наверное, уже месяцев 5. Здесь примерно килограмм ягод боярышника. Боярышник был очень вкусный, сладкий. Поэтому я думаю, что настойка будет тоже вкусная. Ну что, друзья, пробуем натуральную настойку из дикого боярышника. Вот такая красота после него осталась. Сами ягоды, хоть и пропитались полностью, но они еще вкусные. Вот я попробовал, их даже выбрасывать жалко, они вкусные. Здесь у меня вот мяско, тоже очень вкусное. Ну и кое-какая закусочка, так на всякий случай. Но у нас сейчас главная дегустация этой настойки. Ой, аромат великолепный. Я никогда не ожидал. Аромат просто прелесть. Вкус невероятно вкусный. Никогда не думал, что от боярышника будет такой благородный напиток. Потому что настойку боярышника, которая продается в аптеках, я пробовал. Ничего хорошего там нет. А здесь это просто сказочный напиток. Очень вкусный. Очень вкусный. Вот теперь у меня точно таких 3 фаворита из настоек. Это вот настойка боярышника, настойка на калине и настойка на черноплодной рябине. Все 3 настойки очень вкусные. Но никогда не ожидал, что боярышник будет такой вкусный. Прям удивление. Ну, как бы ягоды, такие как маленькие яблочки. Ну, вкуснота просто прелесть.